Всем привет, ребята. В общем, не было у меня ни времени, ни желания переигрывать всю эту карту для того, чтобы нормально завалить этого дракона, там наделать дальнобойных юнитов или нормальных героев дальнобойных, пытаться как-то раскачать это. На это бы ушло просто гигантское количество времени, а оказывается, что до конца там подать рукой. В общем, когда мы достреливаем, так сказать, добиваем дракона до конца его жизни, начинается ролик, и сейчас я вам просто его продемонстрирую, и на этом, собственно, можно считать прохождение игры законченным. Погнали. Собственно, вот и вся концовка. Мы ослабили дракона, он стал достаточно слаб, чтобы перестать сопротивляться своему гневу. И она ему спела, он уснул, и снова все в мире настал. Мир, покой, порядок, все счастливы, все отлично, все круто. И как бы на этом все. Мы заканчиваем прохождение этого DLC. Орден Феникса мы начнем чуть попозже. Я немного передохну, поиграем в другие игры. Вот, но мы обязательно его пройдем. То есть я не заброшу его там на очень долго, там, ну, не знаю. Но сам факт, что он будет пройден рано или поздно, но, скорее всего, даже в ближайшее время. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр этого прохождения. Всем пока и удачи.